Еще год назад по руслу реки Медвинка тянулся густой лес из зарослей и камыша. Сейчас здесь полным ходом идет работа по расчистке. С дном водоема уже справились и активно формируют берег. Протяженность участка 2 километра. Ускаватор копают. Соответственно, выемка грунта идет и перевозка грунта на место складирования. Донных отложений, чтобы поток воды был лучше, чтобы не засорялось. Кроме того, отремонтировали гидротехнические сооружения. Теперь плотину укрепляют георешетками. Сформированы откосы полностью, сухой откос, мокрый откос сформированы. Уложена сетка, посеяна трава, то есть заново восстановлен паводковый водосброс, потому что он был разрушен. Там с той стороны у нас находится донный водоспуск, он тоже был переделан. Там восстановлены новые трубы уложены и восстановлены входные оголовки. Затрудняют работу на водоеме обильные осадки. Но вопреки капризам природы, 70% от плана уже выполнено. Предварительный срок окончания работ – конец августа. На настоящий момент работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений выполнены. Остались косметические работы. Мы их выполним уже после того, как завершится работа по расчистке. Финальный штрих – преображение прибрежной территории. Здесь заменят ограждение, уложат новое асфальтовое покрытие и установят сигнальные столбы. На охрану этого водного объекта из регионального бюджета выделили около 60 миллионов рублей. Надежда Польшко, Владислав Соболев. События дня.